Глядя на этих ребят, кажется, что в их сутках есть 25-й час. У них хватает времени на науку и творчество, спорт и волонтерство. И учатся все на 4,5. Свою целеустремленность, ответственность, способности лучше всех удалось показать Анастасии Малаховой, старшекласснице 12-й гимназии. Это было, во-первых, очень ответственно представлять всю школу. И это первый такой прям конкурс, где я одна из всей школы, и надо как-то достойно выступить. Поэтому, да, это было важно и очень волнительно. Немаловажную роль в конкурсе играла группа поддержки. Команда гимназии Анастасию не подвела. Сначала представляли нашу визитку «Один день из жизни участника», где, опять же, команда помогала. Потом был конкурс «Широка страна моя родная», где нужно было показать быт народов. Там мы показывали различные предметы старины быта русского. И потом с мальчиком танцевали русский народный дуэт. Потом был интеллектуальный конкурс, где нам достались конверты с именами личностей различных важных в Кузбассе и с датами. Для Кузбасса нужно было рассказать что-то об этом. И последний, это был мастер-класс лайфхаки школьной жизни, где я рассказывала о скетч-ноутинге. Мы выложились настолько, насколько смогли, подготавливались очень долго. Главная задача была победить, то есть сделать так, чтобы жюри выбрали нас победителями. Самое сложное, это была визитка, когда мы убегали, например, за кулисы, где надо было быстро переодеться, взять свои вещи, но иногда это не успевали даже. Волнения были, конечно, но вроде как справились неплохо. Ну, самое главное, победили. Особо отметила жюри показательное портфолио гимназистки. В результате Анастасия стала победителем муниципального этапа межрегионального конкурса «Ученик года-2020». Анна Шурко, Василий Обухов, Ленинск ТВ.